Так, МКС вылетел на западе 4 октября. года. Ох, как же тяжело тебя удержать. Сорок восемь по Киеву в Харькове. Весь смысл съемок в том, что МКС должен в одном угловом градусе пролететь сейчас от Сатурна. Увеличение 125 крат. Оптическое. Четыре цифровое. Ох, надеюсь, хоть стоп-кадры получатся какие-то более-менее вменяемые. Облачная погода. Сейчас. Дух перевести надо. Чем ближе он к нам, тем быстрее он сквозь кадр пролетает, и тем тяжелее его удержать в кадре. 27 тысяч километров он летит со скоростью на высоте 400 километров. Ну, попробуем штатив опустить. Может, получше будет. Все дрожит, все трясется. Сейчас... Ребятки, девчатки. Ну что, вот это вот максимум. Тяжело поверить, что потом на стоп-кадре будет видно даже солнечные панели. Так, ладно. Сейчас я сделаю ход конем, попробую навестись. На Сатурн. Да. Вот и все, прозевал. Ну что ж ты делаешь?
Досадно. Будет следующая попытка. Ничего. Это у нас уже Юпитер, да? Да. Да, Юпитер, вот он. Сатурн мы не попали. Досадно, но что уж тут поделаешь. Будем ждать следующего раза. Давай хоть Марс снимем. Да, мутненько. Ну, еще облачно ко всему, так что не будем досадовать. Ладушки. 4 октября 2020 год, Харьков.